Шестая школа Когалыма отметила 35-летний юбилей. Лучшим педагогам вручили почетные грамоты и благодарственные письма главы города, а также благодарности от губернатора Тюменской области и председателя Тюменской областной думы за заслуги в сфере образования. За творческий подход, профессионализм, добросовестный многолетний труд, вклад в воспитание подрастающего поколения трех учителей лично отметила Инна Лосева, депутат Тюменской областной думы. Каждая школа Когалыма имеет свое лицо. Причем лицо отличительное. И это зависит от той идеи, от того творчества, которое педагоги вкладывают в школу, в учеников. Это школа добра. Эта школа учит любви к родине, любви к своей семье. И именно когда мы пройдем по этажам, посмотрим виртуальный музей, мы видим, что всем этим пропитано полностью. Люди, которые стремятся реализовать все возможности своих учеников в разных сферах, мне очень дороги. Потому что для каждого из нас самое дорогое – это дети. Поэтому учителя шестой школы этими живут. Все лучшие дети. За десятилетие образовательная организация дала путевку в жизнь порядка 2000 выпускникам. Педагоги подготовили более 100 медалистов. Школа активно включается в инновационные процессы, охотно делится методическими наработками и управленческими практиками на муниципальных, региональных и федеральных площадках, в том числе и во всероссийском проекте «Взаимообучение городов».